Не во все дома жителей города Саранни и Карагандинской области пришло тепло. В десятках жилых комплексов батареи по-прежнему остаются холодными. Горожане считают, что проблема не во внутридомовых сетях, а в самих котельных. К примеру, котельная, которая отапливает 23 дома по улицам Ленина, Джамбула, Победы, Чкалова и Кужанова, дает совсем мало тепла. Не больше 41 градуса, уверяют местные жители. Они выяснили это, когда лично пришли в котельную. Представляете, наша котельная находится за городом, немножко от наших домов. Пока до нас дойдет эта температура 41, как на утро сегодня было, район очень большой. Пока поднимется на 4-5 этажи, которые угловые, первые этажи, с такой температурой невозможно прогреть наши квартиры. И мы на данный с плюсовой погодой, плюс 10, у нас дома холодно. Напомним, на прошлой неделе в Саранне из-за сбоя в работе центрального теплоисточника дома экстренно подключали к старым котельным. К сегодняшнему дню, по заверениям местных властей, все локальные теплоисточники запустили. В котельных есть необходимый запас топлива. Рабочих хватает. За октябрь жителям Саранни сделают перерасчет за теплоснабжение, пообещал аким Карагандинской области Ермагамбет Буликбаев. Сейчас главная цель – обеспечить качественное отопление жилых домов. Я понимаю недовольство горожан. Как только ситуация стабилизируется, мы обязательно проведем анализ и оценим действия каждого, кто несет ответственность.